Одни и те же упражнения. И вновь интересный вопрос от подписчика моего телеграм-канала SG BodyFit. Спартак говорит, можно ли накачаться, если делать одни и те же упражнения? Ну там, отжимания там, или приседания. Турник. Вот есть только турник и там две гантели. Можно ли накачаться? Такое ощущение, будто ты не видел ролики с этими, ну, неграми в деревне. Афроамериканцев. Накачанных чернокожих ребят, которые качаются какими-то бетонными штангами и гантелями. Людей с альтернативным цветом кожи. Чернокожие негры, короче. Если они смогли накачаться, то и ты сможешь. И дело тут не в упражнениях. Все дело во времени мышцы под нагрузкой, а значит в количестве повторений, количестве подходов и отдыхе между подходами. Слушай, ну не только. Есть же еще и генетика. Чего? Да, вот это генетическая вот эта штука. Не понял, у тебя что, новые кеды? Туда покажи. Слушай, прикольно. А где его все тогда взял? С Брюсом Ли. Взял у ребят от них в телеге, называется Пайзанолс. Да. По-моему, кто-то на моем канале сделал рекламу. Могу себе позволить? В целом, да. Короче, будешь делать, накачаешься.